настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране управляющая компания «Жилком» проводит дополнительную санитарную обработку мест общего пользования, подъездов, многоквартирных домов. В данную уборку входит ежедневное опрыскивание дверных ручек, перил, почтовых ящиков, кнопок лифта, то есть тех поверхностей, с которыми жители могут контактировать. Обработка проводится дезинфицирующими средствами, и данная обработка, она будет продолжаться до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не изменится. На период проведения дезинфекции мы открываем все подъездные окна для дополнительного проветривания, чтобы запах дезинфицирующих средств у вас не накапливался в подъездах. И проветривание является все-таки дополнительной мерой очистки и дезинфекции помещений. В свою очередь прошу жителей многоквартирных домов все-таки без надобности не выходить на улицу, оставаться дома. Но если вам по какой-то причине пришлось выйти на улицу, контактировать с какими-то поверхностями, либо с людьми, но соблюдайте меры предосторожности. Это дезинфекция рук, это ношение все-таки масок. Как придете домой, мойте руки, не болейте.